И снова я хочу вам показать уже небольшую посылочку. Это совсем небольшая посылочка, которая будет служить вам верой и правдой для вашей камеры GoPro. Ну или просто для каких-то других маленьких и не очень вещей. Сегодня мне пришла с Китая вот такая посылка. Она пришла с Китая. Давайте мы ее вскроем и посмотрим. Надеюсь, камера не упадет, потому что она никак не закреплена. Гача! Эч! Давайте мы сделаем вот такие непритязательные движения. Кстати, я очень прошу прощения за качество звука, если он действительно, ну, по идее, может что-то и не быть плохого со звуком, а может что-то и быть. Итак, друзья, это бокс. Это бокс. Тут просто написано Blake Made in China. Он поставляется вот в таком пакетике, который точно так же мы сейчас уберем и продолжим. Так. Прыгает. Итак, друзья, никаких подарков, к сожалению, к нам не пришло. Значит, сам бокс, видите, в каком состоянии, немножечко ушел туда, загнулся. Но это, я думаю, ничего страшного. Вот примерно таким образом он выглядит. Я первый раз вообще заказываю подобный бокс, и мне лично интересно все-таки, каким образом, что там внутри. Я, в принципе, знаю, когда заказывал, но давайте посмотрим с вами, причем вы будете смотреть первые. Итак, ребят, насколько я понимаю, вот такая штука, и сюда вставляется непосредственно сама камера. Это мы, наверное, тоже убираем. Вот здесь два деления, это для батарейных, ну, батареек, просто-напросто для аккумуляторов. И вот еще два каких-то отсека, непонятно для чего. Я, честно говоря, пока даже не знаю, что это такое. И если вы, друзья, знаете, что это такое, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, собственно говоря, сам бокс, он выглядит вот таким образом. Сюда можно что-то положить, например, какие-то ремешки, что-то. Ну, действительно, это интересно, это важно, потому что обычно я кладу свои ремни в рюкзак. Ну и как-то в рюкзаке они там немножечко, ну, сами понимаете, там теряются, А сюда можно аккуратненько сложить, и они здесь будут прекрасно держаться, никуда не денутся. Вот эта вот штука. Камера, стой. Вот эта штука, ну, довольно так вот, я не знаю, какая-то она слишком мягкая или помятая. В общем, сделал я вот таким образом. И теперь вот это для чего? Кто знает, ребят, обязательно скажите, для чего вот это деление, ну и вот это. В принципе, насколько я понимаю, сюда можно запихнуть абсолютно все. Батареек у меня нет, чтобы показать, как они сюда вставляются. Камера, вот она, на которую я снимаю, которая сюда придет. Сейчас я закончу съемку и обязательно положу уже сюда саму камеру. До этого момента я постоянно камеру носил на ремне, на прищепке вот здесь. Ну и получается так, что с сегодняшнего дня у меня теперь будет все в порядке абсолютно. То есть камера будет здесь, батареи будут здесь, шнуры будут здесь. Все в одном месте, это замечательно, ребят. Хочу сказать, что на ощупь этот предмет довольно приятный. Также хочу сказать, что запаха китайского нет. Противного запаха нет. Это абсолютно нормальный запах. Никаких логотипов здесь нет, я не обнаружил вообще. Даже как, вот логотипы обычно пишут вот на вот этой штуке, выгравируют или как-то штампуют. Здесь ничего такого нет. Дальше. Есть вот такой вот небольшой хлястик. Это наверняка, ну, чтобы вешать за крючок куда-то или еще как-то, я не знаю. Сама поверхность, она по ходу удара прочная. То есть, конечно, ломом, если вы ударите, безусловно, вы ее пробьете. Ну, а если вы будете аккуратно, ну, то есть она будет по сумке вот так вот летать, ничего там не случится с вашей камерой. Ну, в принципе, все, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, в первую очередь, потому что мне нужны вы,
как будущие, ну или настоящие уже, так сказать, подписчики. Для меня это крайне важно. Поэтому я вас прошу, очень прошу, подписывайтесь на мой канал. Ну и второе, если вам видео понравилось, вы также можете меня отблагодарить, просто поставив палец вверх. Все, друзья, на этом. Давайте будем заканчивать. Большое спасибо, что вы посмотрели это видео, этот видеообзор на такую вот мелочь. Но, во всяком случае, это очень полезная штука. Все, друзья, спасибо, хорошего настроения и удачи. Пока-пока.